Слушай, ну ты довольна выступлением? Скажи, что-то я тихий стал какой-то. Да. Да, тихий стал. Подожди, сделайте погромче. Чуть-чуть. Ага, ага, еще. Так что, ты довольна? Да. Вы довольны, скажите? Да. Так, что... Вам понравилось? Да. Ну все, им понравилось. Тогда приехали домой. Правильно? Так, господа помощники музыкантов. А, давайте идите сюда. Я хочу, чтобы вас сфоткали на память. Вот сюда, вставайте все вместе. Подожди, Зайка, что я хочу сказать быстренько про эту группу. Они, в общем, чем запомнились мне? Тем, что на прошлый фестиваль, насколько я знаю, если я не прав, поправишь. Они, в общем, готовились к прошлому фестивалю, который отменили, к сожалению, помню, да? Да. Готовились, такие говорят, мы не готовы. Представляете? И не приехали. И вот спустя уже, получается, сколько? Год или два? Сколько? Год. В общем, все это время спустя, как считаете, они постарались, да? Да! Все, я правильно сказал? Нет? Ну, да давай правильно. Ладно, хорошо. У меня там экзамен был, так что, допустим, правильно. А, я еще хотел сказать, вы со мной согласитесь, жалко, что их не было два дня вот этих. Правда? Следующая песня, всех, все готовы? Можно? У нас медляк сейчас, потому что если кто-то хочет танцевать, ну...